«Осторожно, в багажнике теща! Паркуюсь на слух!» Это и многое другое можно услышать на наших дорогах. Увидеть можно еще более смешное. Начинаем с парковок. Город Бобруйск, улица Дзержинского, возле хлебозавода. И мега-парковка на тротуаре. Мастак. Зато места мотоциклу хватило. Освободил. Могилев, улица Турова, дом 6. Не первый раз такая парковка. Хотя в 150 метрах от дома большая автостоянка. Экономисты. Могилев Непокоренных, 56. Очередная парковка Рено на газоне. Рядом стоянка и свободная для стоянки улица Рогачевская. Но обязательно оставить машину у подъезда. По-другому никак. Поспешишь, людей насмешишь и аварийную ситуацию на дороге создашь. Водитель «Волги», стоя на перекрестке на площади Ленина, видя, что уже желтый, все равно ринулся через дорогу. А тут и автобус, и машины на зеленый поехали. Вот и встал посреди дороги, и уши почему-то краснеть стали. А вот еще один похожий случай. Водитель грузовика видел, что машина идет по встречке, и все равно вылез. А потом понял, что не успеет. Грузовик, как человек, голову поджал, замер и дальше поехал. Спасибо снимавшему ролик за понимание и крепкие нервы. Могилев, проспект Пушкинский. Водитель маршрутного такси жестко подрезает водителя «Жигуленка», вынудив того выход на встречную полосу. После чего, увидев, что за рулем молодой неопытный парень, в грубой форме пытается его убедить, что тот его должен был почему-то пропустить. Спросите у инспекторов ГАИ, кто прав, они научат. Трасса Могилев-Гомель. Ни знак, оповещающий перекрестки, ни здоровенные, яркие, широко расставленные моргающие поворотники на тракторах, ни горящий стоп фонарей на авто, снимавшим данный ролик, не разбудили водителей иномарки здравый смысл. Как шел, так и пошел через сплошную между двух тракторов. Слава богу, автомобиль хороший, резина новая, правда, с водителем не повезло. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат» наш адрес рубрика автомат@tut.by.